Всем привет, друзья! Находимся в Уфе на индустриальном шоссе неподалеку от одного из уфимских хлебозаводов и сейчас направляемся к озеру Волчок. И вот оно прямо перед нами. Подойдем поближе. Озеро находится в Калининском районе, неподалеку от уфимского мясоконсервного комбината и железнодорожной станции «Спортивная». У озера овальная форма, диаметр зеркала примерно 260 метров. По происхождению озеро карстовое и, возможно, имеет подземный сток в сторону реки Уфы. Средняя глубина озера около 3 метров. Есть омут до 8 метров. Также в нем, в озере, есть карстовый разлом, глубина которого достигает 27-29 метров. Но озеро заиливается периодически. Раньше озеро было проточным, в него стекали ручьи из Черниковки, потом они были зарыты. Летом температура воды в озере остается постоянной и находится в пределах плюс 4, плюс 10 градусов. То есть холодное озеро, купаться в нем запрещено. Здесь промзона, такие предприятия, ну вот в том числе хлебзавод, мясокомбинат. Сейчас пройдемся еще по побережью, посмотрим дальше, что заросли камыша по берегам, и не только камыша, полно и другой растительности. Ну, вот так вот выглядит сейчас побережье. Естественно, купаться в нем нельзя, никто не купается, но иногда, конечно, есть желающие. Говорят, лучше этого не делать, потому что можно утонуть. Вода холодная, также, возможно, здесь есть типа воронок, ну, как по рассказам. Не знаю, может, это, конечно, из области баек, а может, действительно, может быть, можно утонуть из-за того, что вода холодная. Но лучше не рисковать, и как видно, что сейчас никто не купается, никого вообще нет. Слышно шум от железной дороги, которая располагается здесь совсем неподалеку. Так, вот на берегу здесь такие плиты всякие выложены, вот такие заросли. И сейчас посмотрим поближе на озеро, на берега, на противоположный берег. Вот такая водная гладь и такое побережье. В ту сторону улица Трамвайная, там трамвайчики ходят, можно уехать как в Черниковку, так и на проспект Октября. Чайка летает. Смотрим на водную гладь. Вон они там, уточки. Практически здесь никого нет. Сейчас только на велосипедах подъезжали люди полюбоваться, а так вообще практически никого. Ну и вот такое побережье. Подойдем поближе. Солнышко отражается, которое пробивается сквозь тучки сейчас. А вот оно. И вот там, судя по всему, рыбачат. Только что видна была удочка, вон она там. Из разных сторон доносится шум машин, потому что вокруг дороги, улица Трамвайная, индустриальное шоссе. А здесь, так сказать, такой зеленый оазис. Оазис дикой природы посреди
промзоны. Стрекозы вон летают. Растительность есть. Ну, по всей видимости, и рыбка должна быть в озере. Вот так это все сейчас выглядит. На сегодня 11 июля 2021 год. Вот шмель летает. И сейчас еще полно комаров. В общем, вот такая сегодня прогулочка в Уфе, рядом с озером Волчок. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем здоровья и счастья!